Привет всем, мы сегодня готовим суфле из куриной печени в посуде эмти. Взяли 400 грамм куриной печени, нам ее нужно измельчить. Можно в термомиксе, мы измельчим блендером, чтобы не брызгало, у нас есть такая хорошая защита. Измельчаем, мы добавляем одну луковицу и все измельчаем вместе с печенью. Мы измельчили лук с печенью или перчень с луком. Добавляем 4 столовых ложки манки, такая мелкая манка. Одна большая морковь, тертая на мелкой терке, но можно тоже в блендере измельчить. Немножко перемешаем. Баночку сметаны 200 грамм. Добавляем мелко порубленный укроп, или можно другую зелень взять, у нас укроп. Столовую ложку майонеза. Посолим. Добавим перец. Все хорошо перемешаем. Берем емкость 3,5 литра, пустая. Плиту включаем на 6. Полная мощность нашей плиты. Один раз нажимаем на правую кнопку и выставляем программу мяса. Выключаем плиту на 0, аудиотерм убираем. Убираем в перевернутую крышку. Выкладываем бумагу, вырезанную по размеру, по диаметру крышки. И выливаем тесто из куриной печени. Сверху переворачиваем плиту, включаем на одну полоску. На аудиотерме два раза нажимаем на правую кнопку, выставляем время 10 минут. Сигнал, плиту выключаем, аудиотерм выключаем. Смотрим, что получилось. Ага, все прекрасно. И даем постоять под выключенной плитой минут 10-15. Убираем плиту. Доведем по краю лопаточкой. Переворачиваем на тарелку. Перекладываем на блюдо. Суфле из печени готово. Даем суфле хорошо остыть. И из куриной печени можно кушать как холодную закуску, в качестве холодной закуски, также подавать каким-нибудь гарниром.